28 этаже. Пожалуйста, у вас ключ. Спасибо. Спасибо вам. Хорошего пожелания. Спасибо. Номер 322. Номер для людей с ограниченными возможностями отеля «Ренессанс». Опа. Yes. Идеально. Yeah. А, здесь все порядком. Очень даже по фэншую. Поручки держатся. Отлично. Здесь, если быть честным, первый вариант для честной съемки не совсем вот эта штука удобна. Душ здесь просто мишка. С душевой вообще вопросов никаких. На душевой я смогу подружиться и быть, ну, открыть. И беседе, все близко, все работает. Включать не буду, потому что не Новый год. Так. Ну все. А, кстати, еще фишечки. Фишечки, отельная фишечка для людей с инвалидностью, на которые я почему-то всегда обращаю внимание, но никогда не пользовался. Вот такие вот штучки. Вот. Вообще-то это такая тема. Ну, я подозреваю, она для того, что если ты, не дай бог, свалишься с коляски и не сможешь на нее забраться, то чтобы ты смог вот доползти до какой-то штуки, которая снизу, и подтянуться для того, чтобы вызвать помощника. Дальше. Что у меня в номере? Еще высокая полочка. Опа. Опа. Утюг, халат, место для сумки. Это отлично. Гладильная доска. А за дверью еще одна дверь. То есть без согласия соседа не подберешься. Ну да, я думаю, что это может быть какая-то тема, если какие-то прям сопровождающие, и они рядом, то они типа смежные комнаты. Это может быть удобно. Я рад, что я на него могу выехать прямо на своей коляске. Выход на балкон. Выход на балкон. Наблюдаем. Оп. Есть. Так, ну что, спускаемся. Чекать спа. Класс. Как ты что, да? А, это полотенце, да? А вот знаете, я так предусмотрительно взял самое полотенце 2. Можно забрать с этого? Конечно, да. А можно я? Конечно, погоди. Может, я сюда положу палатку? А мне тяжело одеваться, если не в порядке, поэтому не надо. Хорошо, давайте я вам покажу. Давайте. Тут никто не отвечает за сакральные свечи, поэтому нужно их аккуратненько, или как получится, складывать в шкафчик. Так, ну что, код 5555. Очень хорошо, когда можно заселиться в гостиницу.
Кузбасс. Просто идеально. Well, I think it should be the norm, basically. It's so easy to adapt infrastructure so that fine people like Sasha here can get the same access to the wonderful facilities that we all enjoy. So I think the Renaissance has done a great job, and I think the rest of the hotels in town should do exactly the same thing. Thank you. It's famous Zactel. Not so famous, not so famous. So you won. Говорит, на следующей неделе тебя повысит. Да. Понятно. Слушай, а с кем ты тут в основном всегда тусуешься? Один или друзья? То есть ты уже со всеми там как свой парень, да. Прикалываете, шуточки всякие шутите, да? Да, а что ты на работе не пошутишь. Не пошутишь. Пока. Okay.